В детско-юношеском центре «Лидер» после ремонта открыли спортивный зал. Его модернизация завершилась на минувшей неделе, и уже в субботу состоялось торжественное открытие. Работы по обновлению спортивного зала в рамках сотрудничества с администрацией региона профинансировала компания «Башнефть-Полюс», входящая в группу НК «Роснефть». Сразу после церемонии открытия стартовал турнир по мини-футболу. Обо всем по порядку в материале выпуска. Одними из первых оценить возможности обновленного спортивного зала смогли юные футболисты. Честь открыть турнир досталась мальчишкам от 8 до 10 лет. Игроки команды Заполярного района, чьи тренировки проходят в Искательской спортивной школе, обратили внимание на яркость напольного покрытия и габариты спортивного зала. Чему нравится? Что хорошее? Ну, потому что оно такое яркое. Тут несколько цветов. А тебе почему нравится? Ну, потому что тут удобно пинать и ходить, и, можно сказать так, ноги не скользят. Да. Для меня тут все новое, мне тут нравится. Вы хотели бы здесь тренироваться? Да. Напольное покрытие в спортивном зале «Дюцлидер» имеет международный сертификат Федерации баскетбола ФИБА, аналогов которого на сегодняшний день в округе нет. Это универсальное синтетическое покрытие именно мирового класса, профессиональное покрытие, на котором играются и чемпионаты России, и мировые турниры. Это швейцарское производство компании «Конико», «Канипур» покрытие, очень хорошее для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Еще одним подарком от нефтяников для спортсменов и руководства «Дюцлидер» на открытии стал сертификат на приобретение спортивного инвентаря и снегоуборочной машины. Разрешите поздравить вас с открытием этого прекрасного зала. Компания «Башнефть-Полюс» была рада принять участие в его модернизации. Хочу вам пожелать хороших тренировок, высоких достижений, больших побед. Обед коллективу подготовить на одно поколение прекрасных спортсменов-победителей. Помимо напольного покрытия, в основной зал «Дюцлидер» на средства недропользователей закупили современное оборудование для волейбола и баскетбола. Сетки, стойки, щиты из каленого стекла. Комфортнее стало и зрителям. Простые скамейки заменили на сиденья. По словам руководителя Андрея Федотова, расписание уже составлено, группы набираются. Только футболом будут заниматься 110 ребят. Впереди тренировки, игры, соревнования и победы. Ирина Никешина, Владислав Носкин, телеканал «Север».